Здравствуйте! Хотите найти сокровище, но не получается? Не беда, вы можете вырастить драгоценность всего за 3 дня. С набором «Изумрудная фабрика» из серии «Французские опыты науки с буки» от торговой марки «Бондибон» вы научитесь создавать кристаллы необычных форм, похожие на драгоценные камни. Набор предназначен для детей от 8 лет. В него входят различные формы для выращивания кристаллов, красители, вспомогательные элементы, химические ингредиенты и инструкция. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с техникой безопасности и подготовьте рабочее место. Настоящие изумруды образуются на протяжении миллионов лет, а мы создадим кристалл, очень похожий на этот драгоценный камень, всего за 3 дня. Гипсовый порошок и фосфат аммония смешиваем по инструкции с голубым и желтым красителями, перемешиваем и добавляем воду. Густой раствор выливаем в форму, оставляем затвердевать. Достанем полуготовый изумруд и пока он сохнет, нальем в другую форму горячую воду с красителями. Теперь погружаем изумруд в раствор, закрываем крышкой и ждем 3 дня. Через 3 дня изумруд будет готов. Также с помощью этого набора можно приготовить кристаллы, похожие на кварцевые цитрины, в виде золотистого сердца. Это еще интереснее, ведь кристаллов в виде сердца не существует в природе. С набором «Изумрудная фабрика» от торговой марки «Бондибон» вы получите замечательные кристаллы, напоминающие драгоценность, и окунетесь в увлекательный мир химических опытов. «Бондибон» для ярких идей и веселых затей!